Всем привет, с вами мистер Дим. Сегодня у нас будет катка за охотницу, если я не ошибаюсь. Попытаюсь побольше разговаривать, чтобы вам было не так скучно. Сейчас загружаемся, только что вот нашел игру. Охотница вообще считается легкий персонаж, потому что этим топорчиком можно убить на изи. Хотя это так и есть. Надо просто... он летит медленно, вот это его минус, потому что может просто увернуться. Но еще для тебя не работают эти, как... вот эти досточки, которыми оглушают. Они как бы тебя оглушают, но ты кинул топор и нанес урон. И ты можешь и убить топорчиком. Ну, это жестко, короче. То есть, все, я считаю, DLC это легкий режим. Там просто всех очень просто, и они всех убивают. Просто. Карта у нас ферма Колдвин. Под такую песенку. Ту-ру-ру-ру-ру-ру. Так. Мы будем убивать сегодня много людей. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот, компьютер нашел выжившего, но я его не нашел. На. Втроем тут съели, заводили. Ну не получилось маленько. Где же вы заводите? Где же они заводите? Это мне нужно. Сколько мне? 5 топоров? What?
просто. Найти срочно, ибо если я туда не пойду, то заведут генератор. Ну, мне кажется, что они выиграют. Вот видите, вот сейчас бы мне эти топорчики, ну все это понятно, что здесь выиграет выживший. Это просто понятно сразу. Тут им завести 4 у них есть. Как? Минус один. Ну это было ожидано, что его там сейчас заведут. Просто ходить по трём генераторам сейчас нужно. И... Почти попал. Да. Топорщики это просто legal cheat. Еще топорщика. Далеко. О, он даже не сопротивляется.
Лучник солнца. Это вы зря. Папа, тебе звонить. Ну вот, вроде бы нормальное. Не буду с ним за ним гоняться, лучше пойду проверю генератор. О боже. Боже. Топоры закончились.